полное описание и точная дата выхода 9 и 10 серии нового сериала «Марлен». 9 и 10 серии сериала выйдут на телеканале НТВ 12 марта. 9 серия. В музее обнаружена пропажа дорогой картины, доставленной на выставку из частной коллекции. Подозревают пропавшую сотрудницу музея Ольгу Лесневскую. Искусствоведа объявляют федеральный розыск. Марлен просит Филиппова поручить ему дело под предлогом, что отец подозреваемой убежден, его дочь убили. Кроме того, владельцем картины является известный коллекционер Артур Клименцев. Будет резонанс СМИ. А Паша Марлен признается, что выбрал дело потому, что видел Асю с Клименцевым в частной галерее. Значит, это их шанс поймать Асю. Марлен устанавливает, что пропавшая сотрудница музея могла стать жертвой изощренной аферы, замешанной на вере в оккультные практики. 10 серия. Выясняется, что некоторое время назад сын Лесневской погиб в ДТП. Женщина тяжело переживала потерю и через некоторое время пополнила ряды некой общины. Марлен поручает Паше следить за главой этой общины. Возможно, он знает, где скрывается Ольга. В ходе слежки выясняется, что община на самом деле является своего рода сектой. Во главе секты стоит экстрасенс, который работает исключительно с женщинами, недавно потерявшими близкого человека. Марлен делится с Любушкой ходом следствия, предполагая, что та зацепит Асю. Рано или поздно, проговорившись ей, и он не общается. Это и есть начало операции по поимке Аси. Напомним, 9 и 10 серии сериала выйдут на телеканале НТВ 12 марта. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.